Всем приветики, меня зовут Аня, и вы на моем канале. Сегодня нас ждет с вами хозяйственный влог. Мы с вами поедем в авиапарк, там мы пойдем в H&M Home, пойдем в Кюхенленд и, скорее всего, пойдем в Икею. Почему именно в авиапарк? Ну, во-первых, потому что там есть сразу все, и Икея, и Кюхенленд, и H&M. Во-вторых, там самый большой H&M Home, ну, не считая, конечно, флагмана на Тверской. Там всегда классный ассортимент текстиля для дома, всегда есть практически все, что есть на сайте. Все новинки появляются всегда сразу там. Также мы зайдем в Кюхенленд Хоум, посмотрим, мне нужно выбрать вазу красивую. Ну, естественно, Икея, ну, так помельче. Поехали! Очень классная новая коллекция. Такие красивые. Дозаторы. Вот очень милые ведерки появились и тортовницы очень красивые. Мы на самом деле приехали специально, здесь должны быть ложки десертные, которые, вот, правда, не нашли. Потом вставлю фотографию, есть только вот такие золотые, такие черные, но у них должны быть кролики и лоси, по-моему, да, Тим? Угу. Мы очень любим детский отдел в H&M. Смотрите, какие медведи обалденные. Динозаврик. Динозаврик. Не видно в камере. Ой, какой классный. Милейшие коалы. Мне, кстати, очень нравятся вот эти вот варианты мешочков. А вот они все. Самый большой отдел H&M. Тут, кстати, есть в продаже вот эти книги, которые есть на сайте, в приложении. Это Шанель. Еще у них были S и Сен-Лоран розовые. Сейчас посмотрим, сколько они стоят. 2799. Вот и хочется, и колется. Не знаю. Сейчас похожу, подумаю, куплю или нет. Оказаться бы в таком месте на все выходные. Очень мне понравилось это покрывало, кстати говоря. Вот эта ткань будет очень хорошая в плане того, что не будет... А знаете, как бывает, вот катушками покрывается и какими-то такими ворсинками. Давайте стоимость посмотрим. 6500. Очень приятный сатин такой. Есть вот серый и молочный цвет. Так, следующая точка у нас вот Кюхенленд Хоум. Здесь мне нужна была ваза. Я видела ее на сайте. Сейчас посмотрим, есть ли она в наличии. Кстати, прям находка года, то, что практически вообще не ожидаешь найти в Кюхенленде. Смотрите, какая классная косметичка. Я так понимаю, это кожзан, но она настолько классно сделанная. Есть вот таким вариантом открывания, есть вот таким. Вот такую недавно я себе купила, поэтому мне очень понравилась вот эта. Стоит всего, сейчас скажу, 690 рублей. Я думаю, что я сейчас такую себе куплю. Очень классно. А, еще есть вот такой вариант. Ну, такой вариант не очень удобный. Здесь, кстати, это можно, мне кажется, вообще как клатч использовать. Ботега. Ботеженька прям. Вот это я себе сейчас возьму точно. Как вам? Фух, ну вот мы и дома. Сейчас выпью чай, взбодрюсь. Как я устала. Эту кружку, кстати, я купила сегодня тоже в Икее. И пью иван-чай с земляникой из Кусвила.
Божественно. Эти кружки, кстати, у меня уже есть. Наверное, 2 или 3. Я брала их на пробу. Они мне очень понравились. Я все ждала, когда я наконец доеду, еще докупить. У них очень классная керамика, классный такой уютный дизайн с этой золотой окантовкой. И самое главное, с ними ничего не происходит в посудомоечной машине. Совсем. Ой, божественно. Итак, что же я сегодня купила? На самом деле, я очень жалею, что я не купила то покрывало, которое я вам показывала в H&M Home. Домой приехала, думаю, так, зря его не купила. Ну, вроде мне понравилось на ощупь, по цвету, надо заказать. Зашла на сайт H&M Home, они закончились, остались только молочные. Позвонила даже на горячую линию H&M, они сказали, что везде закончились, во всех магазинах их нет в наличии. Еще раз доказывает правило, нравится, бери сразу. Так, что я купила еще? Я купила вот эту вазу в Küchenland Home. Мне она очень понравилась по дизайну, она мне понравилась, во-первых, по объему. У меня есть мелкие вазы, средние вазы, но у меня не было такой большой вазы, куда могли бы помещаться большие букеты. Надо, кстати, мужу намекнуть, что теперь у меня есть ваза для больших букетов. Еще чем она мне понравилась, это то, что она вся из стекла. Для меня это плюс, чем минус. Создает эффект легкости, изящности. Мне очень нравится, когда цветы вставлены вот так крест-накрест, и их видно, стебли. И вот этот золотой кант мне очень нравится. Ну, единственное, конечно, оставляет следы. Буду аккуратнее. Я думаю, что вы будете часто видеть эту вазу в моих видео. Напишите, нравится вам ваза или нет. Так. Купила несколько хозяйственных таких штук, контейнер и сортер для мелочевки. Сегодня я хочу с вами разобрать один ящик в острове. У нас в острове есть выдвижные ящики, которые, знаете, такого скрытого типа, где навалено, слово навалено здесь правильно употреблено. Сначала я пыталась это все аккуратно складывать по ящику, но без вот таких разделителей, в конце концов, там просто все навалено. Мне это немножко надоело. Купила разделители, сейчас будем пробовать это все разбирать. Купила такие разделители для обуви, держатели. Купила всего 2 на пробу. Дело в том, что я хочу записать видео, где я буду разбирать гардеробную комнату. Комната, конечно, тоже громкое слово для моей гардеробной. Сейчас там все не так, как бы мне хотелось, из-за того, что там нет двери. Мне все приходится хранить в чехлах от пыли, от... Знаете, у нас еще работает увлажнитель. Получается такой... липкий налет на одежде, мне приходится все хранить в чехлах. Это не очень удобно, некрасиво, неэстетично. Скоро нам привезут дверь. Я буду разбирать гардеробную, пересортировать. Ну и посмотрим, как это все впишется. Здесь на острове у меня еще стоит такая подставка из мангового дерева. На самом деле она уже не новая. Вы можете увидеть ее в моем первом видео про распаковки. Пользуюсь ею уже, наверное, неделю. Обычно я делаю вот так. Ставлю утром кофе, какой-то круассан. И наслаждаюсь. Очень нравится, что она не идеально ровная, если вы так посмотрите. То есть прям вот эта фактура дерева вся прощупывается. Мне очень понравилось. Ну что, разбираем остров?
все. Не совсем я, конечно, довольна результатом. Я думаю, что все-таки это будет более, скажем так, одна вещь в одну ячейку. Получилось, что вещь, сверху еще какая-то вещь, но в любом случае будет, я думаю, лучше. Я поняла, что нужно докупить еще один контейнер, примерно как вот этот зеленый. И тогда более крупные вещи, они будут более удобно лежать. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки этому видео, ставьте лайки всем видео на моем канале. Мне будет очень-очень приятно. Я планирую размещать свои видео на канале, примерно 3 информативных видео и 1 будет в формате влога. Нажимайте на колокольчики, чтобы не пропустить мои видео. Пишите в комментариях, как понравились мои покупки. Пока-пока! Так, прошло 3 дня, и я приехала, не могла спать, как я хотела это покрывало. Так, белое. Но я хотела бежевое, такое серо-бежевое. Что-то мне уже подсказывает, что его нет. Вот, блин, да, оно лежало вот здесь. Ну все, это подушки остались, покрывала нет.